Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ну что же, наступил понедельник, и мы забираем свои награды. Лига мастеров, как говорится, 3 звезды. Ребята, топчик, самое то, что нужно. И у нас, кстати, ДНК. Сколько ж? 50 штук Донателло ролевой. Интересно, мы можем его прапать или нет? Посмотрим, по-моему, нам не хватает. А вдруг хватает? Так, давай мы здесь заберем награды. Сегодня, ребята, у нас один из персонажей перейдет в платиновый ранг. Я уже об этом вам говорил. И кто-то перейдет в золотой. Будем сейчас все это делать. В платиновый ранг очень много народу проголосовало за Шреддера. Потом, наверное, я бы отметил Криса Брэдфорда. Потом Ванька Стиранка и Змей Ковьюн. Вот так вот распределились примерно голоса. Ну что ж, давай зайдем в список и посмотрим. Так, друзья мои, вот они, красавцы. Значит так, где у нас наш Шреддер? Где он? Вот он, да? Значит, поднимаем его в платиновый ранг. Поехали. Опачки. Да, друзья мои, он становится платиновым. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. У нас с тобой еще, кстати, очень много сюриков. Давай дальше посмотрим, что мы можем еще здесь сделать. В золотой ранг. Вот в золотом ранге, ребята. Оу, Донателло еще у нас прапается до 4-й серебряной звезды. Шикарно. Тут было очень мало, как говорится, голосов по поводу перевода в золотой ранг. Был вот предложение перевести Рафаэля классического в золото. Ну что, ребята, раз там были голоса, то давайте делать. Поднимаем Рафа классического. Поехали. Ух, шикарно, друзья мои, шикарно. Мне нравится. И поднимаем с тобой еще. Так, где у нас Донателло? Вот он. Вот он, родной. Тут просто нужно 5000 мутагена. И он получает серебряную, да, 4-ю звезду, и у него открывается новый навык. Купальный халат мага. Священный купальный халат передавался магами из поколения в поколение. Защита в бою усиливается на 5%. Ага, вот оно как. Нормуль. Неплохо сегодня мы, да, ребята, 3 персонажа подняли Шреддера в платиновый ранг. Все четенько. Давай посмотрим, что у нас сегодня. Ребята, турнирная арена будет разыгрываться Леонардо. Это классно. Он нам нужен, ролевик. Потому что он у меня не прокачанный по фулке. Так, а на испытаниях у нас будет сила природы. Давненько не было этого. И сцены насилия. Плюс эксперт, это будет Усаги. И в платиновом это хитрость. Ладушки. Ну, а как вы понимаете, что начало недели, ребята. И мы сразу начинаем бустовать. Погнали. У нас с тобой сколько откатов? 14, отлично. Так, кого возьмем? Давай Иринку возьмем. Начнем с нее, да, как говорится, разминаться и так далее и тому подобное. Раз, два, три. У меня тридцатники здесь. Надо будет как-то теперь заняться прокачкой потихоньку нашего Шреддера. Ну, а пока... Ты дичь, молодец, красавчик. Ушатай теперь этого. Ну, этот бибоп, ребята, у нас слабый. Он, по-моему, до сих пор еще в бронзовой лиге у нас, да? Бронзовые звезды, так скажем. И ДНК на него очень тяжело находится. Очень тяжело. Чтобы где-то выбить, по-моему, только в испытании там. И то оно проходит раз в пятилетку. Ну что, друзья мои, воин. 2 звезды, 81 место. Ну, мы сейчас с тобой будем здесь. Будем быстро. Тихо, подожди, подожди, подожди. Я видел там кое-что повкуснее. Вот. Мы будем сейчас с тобой здесь до Лиги самураев идти просто на изи. Хотя, смотри, уже 22 уровень, а у меня 30. Ну, как говорится, буст на то и есть буст, потому что помимо меня еще и другие, да, игроки играют. И, конечно же, хотят тоже подняться как можно повыше. Давай-ка сделаем массовую атаку. Бамс. Мне нравится, что он, ребята, еще и постепенно урон вешает. Так, этот должен отдуплиться. А вот ли... Ага, должен. Должен, да не отдуплиться, потому что Леонардо хильнул. Ну, согласись, это его не спасет. Вот никак не спасет. Слушай, кстати, Донателло тоже прикольный, потому что у него есть массовая атака, есть хил. Об этом не стоит забывать.
как бы такой персонаж довольно неплохой. Причем массовая атака может повесить постепенный урон. Я вот сейчас на это обратил внимание. Но опять же, очень тяжело его прокачивать. Очень тяжело. Нужны ДНК, ты сам понимаешь, да? А на Доне вот было испытание сейчас, да? Где мы получили награду. И все. А потом ищи свищи. 1000 лет, да? Чтобы получить его где-то там. Выбить эти ДНК. Сложно. Конечно же сложно. Ну что, давайте следующий бой. О, уже по 4 бойца. Также у нас Кейси Джонс фильм. Да, и Саблезуб. И оригинал, конечно же. Ну куда же без них-то. Так, шайбой в лоб. Дыдыч. Оу. Рокстеди аж припух, бедняга. Бросим бомбочку. Бомбочка не прокачана. Урон, конечно, маленький будет наноситься. Вообще маленький. Давай-ка... Ага, караечка начала выпендриваться. Давай попробуем с тобой. Да ладно. Ну, естественно, Кирби, как всегда, за свое. Он будет первым делом делать хил, а этот уходит в невидимость. Если честно, я считаю, что вот эта вот невидимость вообще здесь не нужна. Ну, спрятался ты, да, ты не получишь урон. Но получат тогда другие, а когда никого не останется, ты все равно станешь видимым. В чем тогда прикол? Не знаю, ребята. В чем прикол этой невидимости? Кстати, Шинигами тоже может уходить в инвиз. Но, тем не менее, ее это не спасает. Так, ну а мы с тобой двигаемся тогда далее. Мы с тобой двигаемся далее. И уже, наверное, там будет новая лига. Да, ребята, в элиту мы с тобой шагнули. 98 место. 76, кстати, у нас с тобой монет. Я не помню, сможем ли что-то мы с тобой взять в магазине. Надо будет потом посмотреть. Так, Лола, давай Лолу возьмем. 25 уровень здесь максимальный у этой Лолы. Так, а у нас 35, 36 и 40. Ну, считай, на 10 уровней выше. Я думаю, никаких проблем не должно, в принципе, вообще возникнуть. Давай бомбить. Так. Ну-ка, Лео, я знаю, ты любишь вставать в провокацию. А, ну-ка, Пит, заклюй его. Да иди ты, такой слабый, а. Тыдыч. Так, тихо. Это у нас Рафаэль, да? Давай вот так вот бросим. Люк. Есть, вырубил. Двойная атака у Бибопа. Крис баф делает. Так, ну значит нам нужно с тобой уничтожить, во-первых, Криса. На-ка. А теперь уже брать в расход Бибопа. Да ладно, успокойся. Ну-ка, добей его. Отлично. Тин-тирин-тирин-тирин, станцевал. Я этого, как вспомню, Пита в мультике. Такой приколист, да? Когда его там приняли за врага, поймали. Но он действительно такой безобразный в мультике выглядит. Мутант какой-то. Передавал там послание. Так, ну что, здесь мы возьмем, наверное, вот. Игры. Чувак назвался Игры. Может быть, он хотел назвать себя Игорь, но подумал, почему бы не назвать себя Игры или Игроман, или что-нибудь еще. Так, здесь у нас Кирби, да, я вижу Рафаэль и Рокзар. Начнем с наших кроликов. Массовая атака, бумс. Теперь желательно бы... Упс, да, сбил он мне всю мазу. Я хотел Кирби наказать, если честно. О! Тыдыч! Да, крокодил, конечно, тоже, ребята, хорош, да, у него есть и провокация, и массовая атака... Но, опять же, тяжело найти на него ДНК. И это немножко раздражает. А так бы, конечно, я бы, наверное, решился бы его прокачать, если честно. Провокация, массовая атака. Что еще нужно, да? Для хорошего бойца. Так, мы уже в элите. 2 звезды. То есть уже практически на самураях одной ногой. А здесь у нас Серега. Давай посмотрим, Серега, что ты можешь нам... предложить. 32 уровень у него Леонардо, а у нас с тобой 40-ки, да, идут. То есть промежуток между уровнями уже уменьшается. Так, Хан. Со своей инициативой, да? Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Бабах. Почти, ребята, почти добил. Чуткарик не хватило. Ну-ка, гранату брось-ка. Вот.
и ураганчик от Макмана. Кто-то в комментах писал, а разве Макман провокатор? Нет, ребята, он не провокатор. Он массовик, и у него очень мощные удары, если честно. Когда его прокачаешь, он, я помню, бомбит вообще по-жесткому. Кто-то просил Пиццелицу его прокачать, там пару голосов было. Но, ребят, Пиццелицы, да, есть у него две массовые атаки. Всего лишь две. Это какой-то там плевок, я знаю, сырной фигней. И бросает он эту пельмешку какую-то, да. И все. А в остальном, ребята, он в ватне. Так, ну что, мы с тобой в элите. Три звезды. Вот если брать Пиццелицу или Макмана, я бы, наверное, все-таки стал качать Макмана в первую очередь. Ну, это я бы стал. Кто-то из вас может думать немножко по-другому. Где-то искать свои... Он скажет, ну, у Макмана всего одна массовая атака, а у Пиццелицы их две. Да, ребят, я не спорю, две. Но зато почему-то мне кажется, что у Макмана они... Этот суперудар намного сильнее, чем у Пиццелицы. Так, ну что же. Погнали, вызываем балбесов. Они сейчас, в принципе, даже неплохо тут. Вот, видишь, звездоноте. Ну, Хан, естественно, ребята. О, не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, защиту понизили нам, ё-моё. Так, а этот еще и атаку бафает. Опа. Вот это, друзья мои, плохо. Так, хотя бы одного убрали. Так, надо нам, наверное, муху прижучить, верно? Так, а если я брошу баллончик? Меткость понижена, это было классно. Давай вот этого убирать отсюда. Я знаю, на что он способен. Теперь Микеланджело. Есть контакт. И уже тоже Майки. Ребята, ну все, отлично, я уже думал. Вот Хан опасен именно своим дебафом. Когда он вешает вот это вот понижение защиты, а еще может прокатить и понижение атаки. Все, твоих бойцов начинает разбирать, как я не знаю кого. Просто на изи. Хоть он сам по себе довольно ватный. Так, кто там? Индико, Ирина и Бен. Ну, я возьму, наверное, Иринку, да? Кстати, уже 36 уровень я здесь наблюдаю. 36, а мы 40 отыграли уже? Нет. Мы еще не отыграли, и это опасно, ребят. Поэтому возьму я сюда, наверное... Вот смотри, сколько у меня 50 уровней. Просто жесть. Возьму, ребята, нашего Шреддера. Очень много 50 уровней. Что не говори. Больше, чем 30-х. В разы, по-моему. Так, начнем с массовых атак, конечно же. Ну, у Майки она слабая. Все уже это знают, почему. А ну-ка. Новоиспеченный платиновый боец. Шикарно. Просто бумс и все, ребят. Да, что-то в нем есть. Да, не забывай, что у него массовая атака и хил. А это, как говорится, наша комба. Ну, прикинь, да, как это будет смотреться в команде черепашек. То есть злейший враг будет находиться вместе с ними. Ну, нам плевать на принципы, да, у нас своя игра, ребят, так что... Мне вот, например, Крэнк нравится, и что теперь? Не брать его никуда, ну уж дудки. Так, и как ты видишь, уже 41 уровень пошел, 41. Ой, ребята, куда мы с вами идем, а? Семимильными шагами. Давай возьму, наверное, паукусы. Тут главное не потерять инициативу. Если они сейчас начнут бомбашить, а они начнут это делать, нас могут распетрушить. Так, паукус, сделай добро. Так, Пит, ты нам тут пока не нужен. Не нужен, парень. Так, Слэш, давай-ка мы, наверное, с тобой Криса. Да иди ты. Ну-ка, добей Криса, говорю. Вот так вот. О, началось. Промахнулся. А этот сейчас звезданет, да. Блин, смотри, что сделал, а. Так, я, наверное, возьму провокацию. Окей. Минусуем. Так, теперь сможем справиться? Нет. Алапекс слаба. Слаба, короче, ребят, я не знаю. Я раньше хотел ее прокачать, эту лису. Хотел на нее копить ДНК. Но потом меня ребята переубедили. Писали, да, она слабая. Так же, как, в принципе, и шинигами. Но я хотел просто ради того, что они редкие. Как бы из-за редкости их не хотел их накопить. Но потом подумал, действительно, зачем тратить на них время, если можно прокачать кого-нибудь из достойных, да, и уже, как говорится, играть без проблем.
А так, как говорится, и вложишься и по мутагену, да, и будешь потом сидеть и локти кусать. Зачем я это сделал? Так что, ребят, не жалею ни о чем. До них, как говорится, еще очередь дойдет когда-нибудь. Ну, а у нас здесь Макман, Мондагека. Слушай, довольно неплохая команда. Лео, да? Давай-ка мы попробуем с тобой вот этот вот суперудар. Ну, а что сделаешь? Он не прокачанный. Поэтому особой атаки от него ждать и не стоило. Я вот не знаю, ребята, сможем ли мы сейчас... Так, Макман упал. Крис, интересно, что будет делать? Давай-ка мы его, наверное, прижучим, чтобы он не бафал здесь. А прижучим ли мы его? Нет, не хватило силенок. Так, этот делает очищение. А очищение идет вместе с подхилом? Я вот не заметил, ребят. По-моему, вместе с подхилом, да, он делает очищение. Так, понизили мы ему броню. Он мне тоже в ответку, прикинь, понизил. А ну-ка, на. Блин, вот этот, конечно, удар действительно, ребята, имбовый. Когда он прыгает своими катанами сверху вниз, пробивает просто на ура. И это несмотря на то, что этот удар у него не прокачан. А если прокачать? Ну, недостаток, что это бьет только по одиночной цели. В отличие от Леонардо, да, со своей массовой атакой, который крутится, как волчок, и валит всех. Как это, как газонокосилка, ё-моё. Ну что, ребята, мы с вами в самураях. Сейчас будем уже в самураях 3 звезды. И тут уже остается совсем-совсем чуть-чуть. Возьмем, наверное, Абрахама с вами, да? Тут уже 42-й, я смотрю, уровень, да? Есть 42-й, да. А мы с тобой 45-х отыграли. Да, уже полтинники идут. И я предлагаю... Нет, подожди. Я предлагаю взять здесь кого-нибудь... Ну, например, нет, Ванюша слаб будет. Змейка Вьюн. Кстати, Змейка Вьюн, да, ребята, его тоже можно было бы прокачать в платиновый ранг. Он тоже неплох. У него есть две массовые атаки. Причем он у нас присутствует очень много на всяких ивентах. Ну, видишь, проголосовали вот... Как проголосовали? Как я, ребята, прокачал? Именно за Шреддера. Может быть, даже и на обум голосов было, но всем захотелось именно его увидеть. Так что, ребята, я его и перевел. Ну, он тоже неплох, согласись. У него есть массовая атака, у него есть массовый хил, у него есть пробивной удар. Вот единственное, что у него супер удар слабоватый. То есть он там взлетает, да, куда-то, и потом своими вот этими вот, как их даже назвать, перчатки или поручни с лезвиями пронзает, короче, персонажа. Ну, так себе удар, конечно. В общем, одним словом, надо играть, прокачать, а потом уже делать какие-то выводы. Я вот так всегда думаю. Так, кто-то даже говорил, что переведи морозильную кошку. Она очень нежная. Ребят, ну ради одного названия, что она нежная, переводить нет смысла, ты понимаешь, да? То, что она хиляет, это хорошо. Но у нас очень много персонажей есть, которые хиляют. Это та же самая муха, тот же самый Кирби. Ну, как ты понимаешь, я не особо спешу их апать. Угу, вот так вот, да? Муха сделала мне все-таки вредность. Ну-ка, давай-ка дебафчик на них. Вот так вот. Мы ускорим себе команду. Шик и блеск. Да ладно, ты серьезно, что ли? Это рискованно, парень. Так, у нас с тобой прокачка по фулочке, да, идет? Почти. Видишь, как он рубашит. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка, Майки, угости всех пиццей. Отлично. У нас тут хилов с тобой 3 штуки. Мы вообще можем ни о чем не волноваться. У нас морозильная кошка, да? И Эйприл. Тигр, конечно, прокачан шикарно. Ему надо вот еще прокачать этот луч, который он стреляет. Как он называется? Морозный луч, по-моему, да? И мы с тобой будем уже кого-то другого с вами прокачивать именно по скиллам. Ну что же, победа тут, как понял, за нами. И мы с тобой... Нет, мы с тобой пока не переходим никуда. Не добрались мы до сёгунов еще. Ну ладно. Ладно. Ти. Да, это я. Кстати, можем действительно вот так с тобой делать. Я и совсем забыл. Мы можем через Леонардо сейчас выступать. У нас с тобой 14 откатов. На изи. Просто Леонардо сейчас будет всех тут крушить. Как говорится, моя ломать. Тыдич. И все. И все. Красиво, классно и безопасно. И мы с тобой дальше двигаемся. Так, сейчас мы, наверное, перейдем уже в сёгуны.
По идее, должны, да? Да, ребята, мы на 88-м месте. Здесь мы возьмем. Да, в принципе, можно брать любого. Единственное, что у нас почему-то с тобой персонажи уже заканчиваются. Серьезно тебе говорю, заканчиваются персонажи, а мы с тобой до сих пор находимся в сёгунах одна звезда. Это что-то как-то немножко не укладывается у меня в голове. Мы обычно уже где-то к этому времени на сёгуне, ну, две звезды ближе к трем. Странно, что я не так делаю? Никто не проиграл. И я, кажется, понял, что я делаю, ребята. Я не ищу кубки. Но раньше мы с тобой гнались за кубками, да? Чем больше, тем, как говорится, быстрее. А сейчас я этого не делаю. Видимо, в этом и загвоздка. Видишь, 18-19. 16-20 вряд ли я, конечно, найду. Вряд ли, да? Хотя, может быть, такой шанс и выпадет. Во, видишь, 15-20. Так что, ребята, вот так вот мы раньше с тобой быстренько поднимались. Слушай, у меня уже пошла имба, друзья мои. То есть еще где-то бой-два и все. Блин, а почему так быстро? Я только-только разогрелся. Друзья, я серьезно говорю, только вот, знаешь, как говорится, вошел во вкус игры и на тебе. Мы уже завершаем ее, грубо говоря. Так дело не пойдет. Нет, я, конечно, ребята, не жалею. Все рекорды, ну, не все, но те, что у нас были, они побиты. И как бы, о, ровно сотое место. И как бы нам, ну, не обязательно получать там Лигу мастеров, да, одну звезду или там еще что-нибудь. Потому что, ну, все это сделано, ребята. Повторяться, если только. У нас с тобой 11 откатов, да? 11 откатов. Я могу еще сделать спокойненько здесь где-то боя 3-4 с помощью откатов. Но персонажей не хватает, которые были бы в команде моей имбы. Понимаешь, да? Для того, чтобы получать больше кубков. А так все, рвем и мечем. Может быть, изначально надо было делать, как сказать, брать Леонардо и 4, например, слабеньких. Ну, тогда бы было бы неинтересно. Я бы на одном дыхании бы все это прошел бы. Так, ну что, 61 место, да? Вот смотри, тут 15-20. Выйдем и попробуем взять 16-21. Получится или нет? Наверное, не получится, да, скорее всего? Хотя вот получилось. Ребята, вот кто говорит, еще раз повторяю. Кто говорит, нажимай кнопку обновить, повторяю. Если я обновлю, у меня вылетит игра. Я уже сотый раз это говорю вам. Сотый. Что, если я не такой дурак, что я не вижу этой кнопки обновить команду. Но если я нажму, у меня вылетит на рабочий стол игра. Вот и все. Крешится. Так, ну что, опять же через... А, ну тут майки. Майки 90 уровня с большой инициативой. Даже несмотря на то, что Леонардо сотого. То есть он его переплевывает. Упс. Это как это так? Это что за фокусы? Я не понял. Лео, ты что делаешь? Ты 61 уровень не смог завалить. Ну, извини тогда меня. Как это вообще возможно? 61 уровень, ты считай, на 40 левлов выше, чем они, и не смог их завалить своей вертушкой. Иногда вообще странности происходят. Даже без крита ты бы мог их ушатать на изи, но ты этого не сделал. Ну что, ребята, в Лигу Сёгунов 3 звезды, там мы с тобой попадем, это понятное дело, но хотелось бы вкуснее получить, да, местечко? Лучше. Ну давай, потратим. Откаты все равно у нас еще, ребята, там можно получить за просмотр рекламы 10 штук. Как бы в этом плане уже мы не бедствуем. Окей. Давай вертушку у Саги. Даже здесь, да, майки все равно почему-то перебивает инициативу. А этот без постепенного урона, а, хитрец. Ну что же, зашуршали, забомбили и смотрим, перейдем мы с тобой или не перейдем на Лигу Сёгунов 3 звезды. А ну-ка, да перейдем, друзья, конечно же. 83-я позиция. Ну что, я думаю, можно пока вот здесь вот с Лигой заканчивать. Что у нас? О, целая куча заданий. Так, ну для начала пройдем серию испытаний. Да? Серию испытаний пробежим, получим награду. Потом поищем нужные нам элементы на тигриного когтя. Так, здесь я не буду тратиться ни на что. Будем просто бомбить. Так, надо вот Ванюшу стопорнуть. Да иди ты, Усаги, что за расслабон, я не понял.
Блин, начинается, да? Ну-ка, вольнешь его. Двойная атака должен, ребят, пробить. Нормуль. Так, минус клан-футовец. У этого двойная атака еще. Так, отлично. Последняя волна. Тут у нас Джастин. Ну, я думаю, что лучше, наверное, нейтрализатора ушатать. Ну-ка, давай попробуем так, через вертушку. Угу. Пиццелицей минус. Джастина пробьешь, Майки, а? По идее, должен со второй атаки, да? Воу. Вот как это понимать? Вот первая атака сильная, вторая атака слабая. Или наоборот, у него первая слабая, вторая сильная. То есть урон, он неравномерный. Он разный, всегда разный. Ну да, я не спорю, он может критануть либо в первом ударе, либо во втором. Ну а если по чистому урону, все равно как-то не получается. Так, забираем награды. Поднять уровень персонажа, это все понятно. Так, кстати, в магазин мы хотели с тобой сбегать и посмотреть. Здесь мы ничего не приобретаем. Так, за осколки. Кого мы хотели с тобой? Вот, да? Микеланджело у нас. Покупаем, ребята. 74 ДНК. Окей. Так, предметы. Ну, все, тут понятно, да? Так, осколки я, наверное, за кадром буду набивать. Так, нам нужно с тобой искать теперь элементы. Где наш Шархан? Так, нужно найти еще 9 кружек. Опять будут проблемы, что ли, я не могу понять. Так, вот она, кружка из Олимпа. Дина Олимп. Так, это вторая, нужно 9. Вторая, третья. Так, четвертая. Пятая. Ну давай, давай, давай. Разогнались так хорошо, ну что ты. Шестая. Седьмая. О, пошло дело. Восьмая и последнюю находим, ребята. Есть контакт. Последнюю нашли и прокачиваем до 4-й ступени, друзья мои. Морозный луч. Так, здесь, ну смотри, в принципе, найти вот эти вот бейсболку, да, с баночками. А потом 10 3D очков и 6 кошек. И, в принципе, никаких проблем. И теперь я хотел что? Мутагена у нас 40... А, какой 40? 20 тысяч. Где наш Шреддер? Ну, что ты, парень, вообще где-то находишься в низинах. Пора тебя, наверное, немножечко вывести. Вывел. Я думал, 55 уровень получит. Нифига не хватило. Ох, ну слушай, у него хил прокачан на 5 уровень. Слушай... Да он вообще у меня практически как топчик, да? Вот последний удар надо будет прокачать. Здесь до 6-й ступени. В принципе, я никаких проблем вообще не вижу прокачать хил массовый. Да, в принципе, и здесь тоже ничего сложного нету. Тут вообще на изи. Ребята, короче, Шреддер можно качать спокойненько. Но это после будет того, как мы прокачаем тигриный коготь. Главное, не забыть, что я это собираюсь сделать. Это у меня обычно бывает. Наговорю, да, себе в уме, а потом все это забываю. Хорошо, что вы мне напоминаете периодически об этом. Так, что у нас с тобой по испытаниям? Сцена насилия. Тут что у нас присутствует? Ага. Оригиналы. То есть это... Это случайно не с этим? Как его звать-то? Не с большим маузером, где у меня игра вылетает. По-моему, именно с ним, да, задание? А в силах природы... Но этот Шреддер нам уже не нужен. Он уже по фуке. Так, Рафаэль, Майки. Так, а кто здесь присутствует? Каких персонажей мне здесь дадут? Друзья мои, друзья мои. Так мы же пройдем сейчас это испытание полностью с тобой. Давай, хочешь? Хочешь, я тебе докажу, что мы пройдем? Смотри. Поехали, друзья мои. Естественно, сейчас все это будет дело на автобой, потому что... Ну, здесь даже париться не стоит. Три волны. Сейчас мои ребятулечки где-то до 5-6 эпизода будут просто шинковать вражин. Единственное, что можно применять здесь массовые атаки самому, чтобы быстрее все это пробегать. А массовых атак у нас здесь, ну, маловато будет. Три, да, получается. У Саги, у Леонардо
Ну и, конечно же, у Бакстера Стокмана. Причем у Бакстера их две: маузеры и смертельная волна. Вот и все. Первый эпизод пройден на изи. Да, мы сегодня сейчас быстренько с тобой пробежимся, а в следующей серии мы будем проходить уже тот эпизод, где будет маузер. Ну и заодно, естественно, конечно же, на арене нам придется с тобой опять подниматься как можно выше. Потому что Леонардо, ребята, Леонардо будет разыгрываться, именно ролевик. Он мне нужен. Так что будем зарабатывать на него. Надо, кстати, посмотреть, сколько у него ДНК и прикинуть приблизительно, сможем ли мы его вообще пропать. Стоит ли этим заморачиваться или нет. Так, хотел же массовыми атаками пользоваться, совсем забыл. Ладно, бывает, ребят. Ничего сложного, это всего лишь второй эпизод. Вот здесь сейчас бомбанем хорошенько, да? Вот вертушкой. Вот у Леонардо вот эта вот вертушка очень быстро делается, да? Вот что он там, присел, подпрыгнул, крутанулся. У Саги же что-то бежит, начинает там выпендриваться, машет в разные стороны. Очень долго он делает эту анимацию. Так, ну что, ребята, идем дальше. Идем дальше. И сколько тут, по-моему, уже? А, до сих пор три волны. Ну, тут первым ходит Майки. Вот не хватает нашему вот этому Микеланджело какой-то массовой атаки. Вот серьезно тебе говорю. Вообще было бы топчик, да, если бы он мог делать. И Рафаэль. Вообще каждому персонажу по массовой атаке. Вот это было бы классно. Давай. Бамс. Лежат хлопцы. Так, и сейчас будет, наверное, кто у нас? Леонардо. Чуть делаем вертушку, да и все лежат. Блин, опять Микеланджело. Саги. Вот, смотри. Смотри, как долго. Бросил свои катаны. Начинает крутиться, вертеться. Согласись, в разы дольше, чем у Леонардо. Ну, тут главное результат. И, как видишь, результат идеальный. Да и враг, в принципе, здесь был слабый. Так что радоваться нечему. Поехали дальше. Когда у нас начнется? После Шреддера, да? Начнется отсчет тех самых персонажей, которые мне нужны. И вот, вот здесь уже будет первый босс. Это Химера. Получервяк, полуптица, полуфиг. Поймешь, кто мутант, короче. И, как ты видишь, уже 4 волны. Но это из-за того, что здесь еще будет босс. Он будет как раз на 4 волне, самым последним. Ну, мы его разберем здесь на изи. И последнего босса тоже разберем на изи. О, грибочки. Которые почему-то имеют очень офигенную инициативу. Но не в данный момент, верно? Верно. Хотя... Нет, не успел. Не успел, а кто не успел, тот опоздал. Так, двигаемся дальше. Вот у нас Шреддер. Так, массовая атака есть. Не будем здесь тютюкаться долго, да? Сразу оп. И бэнди. Охраняли они эту пещеру, где, видимо, проживает эта химерушка. Вон она летает. Непонятно вообще, что это за... Какие-то корни, да, тело как будто какой-то корнеплод, фиг знает. Ну, одним словом, мутант. Ага, ага, ага. И дудки тебе. Какая противная физиономия у этой химеры. Ладно, друзья мои, мы с вами прошли, и теперь начинается накопление ДНК. Как сказать, накопление? Не накопление, а... Получать будем ДНК на самых важных для меня, ну как для меня, для нас всех черепашек, которых у нас нету. Это именно из разряда видения. Так, ну что, крысы, опять 4 волны, вроде босса здесь нету, вроде бы, но все равно 4 волны. Хорош. Уровень уже полтинник. Уровень уже 50-й. Так, здесь грибы. Давай вот так вот сделаем. Чпок. И готово, да? Как говорил Гектор, да? Из этой армии зомби. Чпок. И готово. Причем еще таким невозмутимым голосом. Так, давай-ка ушатаем. Да ладно, Маки. Вот, красава. Так, четвертая волна. Кто у нас тут? Угу. Донателло, Шреддер и Рафаэль. Всех в расход. Оу, даже так? Даже выстоять умудрились? Блин, ну Шреддер здесь, конечно, прикольно смотрится, да? В этих доспехах своих блестящих. Смачно. Даже, наверное, выглядит намного интереснее, чем Супер Шреддер. Так, ну что, ребята,
Идем за Майки. Майки видение. Я думаю, здесь тоже никаких проблем вообще не будет у нас. Так. Клан футовцы. Давай просто обычными атаками. Можно было бы даже не применять массовых, да? Вот так вот. А двигаемся дальше. Здесь грибы. Мы их сразу вот так попробуем. Нормуль. Третья волна. Так, здесь, по-моему, будет босс. Или не будет? Не помню. А здесь грибочки успеют сделать? Вот, вряд ли. Потому что берется за дело Усаги. Бравый наш кролик. Чпок, и готово. И последняя волна. Нет, ребята, здесь не будет босса. А здесь будет у нас Сплинтер, два Леонардо и клан футовцы. На изи порвем. Вообще, даже не поморщились. Ну, чего ты ожидал? Я лично знал, что так будет. Кстати, ребята, сегодня еще попозже будет на втором канале, наверное, заключительная серия по Gears Tactics. Не уверен, но мне почему-то кажется, что именно так. Если не будет, ребята, то, скорее всего, завтра или послезавтра. Потому что сегодня у меня заканчиваются выходные. Завтра с утра на работу. Будет время или не будет, я не знаю. Просто мне сейчас хочется пройти, точнее, Gears Tactics и браться уже за Marvel Avenger. Потому что, ну, хвататься за 5-6 проектов одновременно, ну, честно тебе говорю, это очень сильно отвлекает. Потому что еще Spiritfarer у нас там висит. Кстати, там вообще, ну, Spiritfarer, я считаю, самая такая для меня сейчас в данный момент супер-пупер игра именно на расслабоне. Понимаешь, ты играешь и не паришься, наслаждаешься просто вот этим вот сюжетом игры, да? Это типа ферма плюс, как тебе сказать, торговля, да? Открываешь новые территории, нанимаешь новых друзей. Идеально, идеально, мне кажется. Давненько я в такие игры не играл. Тоже ее как бы нужно допройти. У меня еще там за спиной, помимо Marvel Avenger, еще десяток игр, которые ждут своей очереди. Не знаю, дождутся ли они. Так что посмотрим. А сегодня, да, я хочу попробовать посмотреть. Там у нас последняя миссия, ну ты помнишь, да, где мы с тобой закончили. То есть основная сюжетка пошла. То есть мы с тобой знаем, где Укона. Нам нужно его бомбануть. И я думаю, что вот это как раз будет последняя. Последняя миссия. Мы будем с ним разбираться. Но где-то я читал или это, что последнего босса били около 6 часов. Я что-то, ребят, я немножко аж это вздрогнул. 6 часов бомбить босса. Может быть, дойти до него 6 часов, но никак не драться с ним. Хотя вспомни, с Брумаком сколько мы воевали, да. Потом с этим паукообразным чуваком тоже долго дрались. Посмотрим, короче, как оно пойдет. Так, ну что, ребята, у нас с вами, по-моему, последний эпизод остался, да? Да. Поехали. Кстати, вот здесь хорошо, что мы сможем фармить с тобой именно черепашек из видения. И причем всех можно спокойно, потому что ни один у меня из них не прокачан по фулочке. И, конечно же, хотелось бы именно тех, кого мы с тобой сейчас ищем в данный момент. А ищем мы Донателло, видение, да, Рафаэля, Майки и, конечно же, Леонардо. Все они нам нужны. Угу. Надо было вот этого, наверное, бомбить все-таки, потому что он без постепенки. Эти-то, наверное, дупляться, я думаю. Хотя до них даже очередь, наверное, не дошла. Так, ну что, у нас с тобой третья волна. Опять эти клан-футовцы. Надо их по-быренькому сейчас как-нибудь наказать массовой атакой. А ее, как всегда, нету. Придется обычными атаками их бомбить. Видыч. Ну, что ты? Ну, Бакстер, ё-моё. Две атаки, понизил защиту и не смог его пробить. Смешно, на самом деле. Это смотрится. Даже Рафаэль просто на контратаке убивает. Ха! Ну что, красавцы. Так, нам нужно с тобой придержать мощные атаки для босса, для Хиберы. То есть это уклоняшку мы с тобой прибережем, да? А уклоняшку можно даже сейчас заюзать. С этими орлами разберемся, и уже там будет босс. Так, промахнись. А, он скорость повышает, да? Блин, зачем? Они же в броне.
Так, минусанули. Взял провокацию. Так, минусанули. И добили. В плане. О, ты, Бакстер, хорош уже это. Пугать меня так. Бьешь, как говорится, так добивай. Ну что, Химера, иди сюда. Полночный ты наш голубь. Заблокировать, конечно, надо было бы. Но почему-то Усаги не хочет это делать. Уклонение у нас пока свое есть. Сейчас он будет крыльями своими тут, наверное. А нет. А ну-ка, пробивным. Блин, да ладно, серьезно, что ты достал, а? Раф, давай, добей его. Что происходит? Вот, постепенно не повесили. Усаги есть контакт. Вот, друзья мои, о чем я вам говорил. Ну, как ты видишь, все у нас с тобой идеально получилось. И мы получаем последнее ДНК. А теперь у нас посмотрим, если остался сыр. Можем даже сыр есть чуть-чуть. Ну что, попробуем. Две попытки с тобой есть у нас. Опа, Донателло видение. Шикарно, шикарно. Еще разок. Три золотых осколка. Ну, не повезло. Так, ребятулечки, я пойду набивать осколочки, да, золотые и серебряные. Ну, а с вами будем закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть. Так что всем пока и до скорого.